Привет, привет, Овны! Это расклад для вас на неделю с 6 по 12 апреля. Будем смотреть с вами три подсказочки из карты Таро. Также на картах семья мы посмотрим ваше взаимодействие на этой неделе, отношения. И на оракуле Ленорман мы спросим, на какую область вашей жизни вам стоит уделить более пристальное внимание в данный период. Что ж, давайте начинать и смотрим, какие события будут входить на этой неделе к вам в жизнь. Восьмерка Пентаклей. Восьмерка Пентаклей говорит о загруженности, о работе, о том, что вы профессионал своего дела. Кто-то, может быть, конечно, начнет обучение для того, чтобы стать этим профессионалом. Но в целом это хорошая карта прибыли, работы, занятости, когда очередь из клиентов выстраивается, когда мы действительно поглощены своей работой и оттачиваем свое мастерство, именно проявляя этот профессионализм к другим людям. Смотрим еще одну карту. Девятка мечей. Девятка мечей говорит о том, что, может быть, действительно слишком много будет работы, и вам придется выходить в ночные смены, или так, что получается, что вас переводят на какие-то ночные смены, может быть, это подработка, может быть, вы днем работаете, ночью еще обучаетесь чему-то. Девятка мечей еще может говорить о бессонных ночах, когда у нас маленькие дети или шумные соседи. Может быть, вас пригласят на какую-то вечеринку, где вы не будете спать всю ночь и отдыхать. Это еще могут быть связаны бессонные ночи с перелетами, когда у нас разница во времени, да, или пересадки ночных рейсов. То есть вот такое событие. Смотрим дальше. Шестерка жезлов. Шестерка жезлов говорит о вашей победе, о том, что за что-то вы можете поставить себе галочку, что вы победили, чего-то достигли. И, возможно, действительно, вы работаете над каким-то усиленным проектом на этой неделе, и в конце недели вы его сдаете, или там вы готовитесь, не знаю, сейчас пора уже всяких экзаменов, да, и, может быть, вы сидели всю неделю, что-то учили, писали, подготавливались, и в конце недели вас ждет победа, успех над тем, что не давало вам покоя и сна. Может быть, кто-то переживает за какие-то свои дела, за работу, то переживания напрасны, потому что в конце вы все равно выйдете победителем. И что бы ни складывалось на этой неделе, помните, что все будет самым наилучшим образом именно для вас. Смотрим с вами ваши взаимоотношения на этой неделе. Отдых для кого-то действительно это материнство или то, что в вашей семье появляется малыш. И, может быть, действительно, как я сказала, да, бессонные ночи будут связаны с этим. И как раз-таки внутренняя проработка того, насколько вы хорошие родители, да, как вы заботитесь. То есть вы набираетесь нового опыта, профессионализма в том, чтобы ухаживать за своим чадом. В целом во взаимоотношениях это говорит о спокойствии, о умиротворенности, о том, что в вашем окружении есть люди, которые вас любят, поддерживают, могут о вас вовремя позаботиться, и вы можете восстанавливать свои силы в этом окружении. Поэтому пользуйтесь этим, отдыхайте и расслабляйтесь с теми людьми, которые действительно наполняют вас отдыхом, оптимизмом, вселяют у вас веру, поддерживают вас и, конечно же, разделяют ваши мечты и цели о будущем. Смотрим на Ленорман, на какую область вашей жизни вам стоит уделить более пристальное внимание на этой неделе. На то, что нравится сердцу, на любовь, на именно свои взаимоотношения. Будь это коллеги, друзья, ваши партнеры, дети, родители, а также на чистые привязанности вашего, может быть, хобби, вашей работы, дела. Вот то, к чему сердце располагает, от чего душа поет, вот на эти моменты и уделяйте внимание на этой неделе. Именно ваша любовь, ваша привязанность, ваша забота над тем делом или вопросом, или над человеком, который вас волнует, подарит вам несметную радость, счастье. Вы будете наполнены, и действительно это элемент победы, победы во всем,
что вам необходимо решить на этой работе, на этой неделе. Как я говорю, хоть работа, хоть обучение, хоть выстраивание отношений, слушайте свое сердце. Оно вас не обманет, и оно приведет вас к счастью, к процветанию и гармонии. Что ж, дорогие мои, вот такая у вас получилась неделя. Не забывайте подписываться, ставить лайки. И, конечно же, жду от вас комментарии. Это очень помогает в развитии канала. Всего вам хорошего. Увидимся на следующей неделе.